Злата Гончарова не жалеет, что первый летний месяц она проводит в лагере «Искорка». Для нее это возможность узнать интересных людей, испытать незабываемые эмоции и открыть для себя новые места в родном городе. Вершины скалодрома она покоряет не в первый раз. После нескольких подъемов и спусков по стене поняла, в чем прелесть этого спорта. Мне больше всего нравится залезать на скалодром, потому что это, во-первых, это очень интересно, и мне кажется, что это помогает как-то развивать физическую форму. За порядком и безопасностью на экстремальном мастер-классе следят специально обученные инструкторы. Они считают, что проводить такие встречи необходимо. Скалолазание развивает не только там руки, ноги, то есть, а в комплексе тела. И дети как раз, вот, которые к нам ходят заниматься, все очень выносливые, крепкие, и это здорово. Мальчишки и девчонки с увлечением взбирались на отвесные стены и спускались на страховке вниз. Но больше восторг у ребят вызвал так называемый экстремальный спуск. Попробовать его на себе захотел каждый. Висишь на руках? Стой, до трех отпускай. Кирилл Ватенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.